Всем доброго здоровья. Ну что, все, вроде держится крепко. Мы тут собрались на коньках покататься. Куда-то собрались, да? Бабушка с нами тоже просилась, но... Увы мне, Иван Васильевич. Ну, мне сказали, что коньков у тебя нету, поэтому... Коньков нету, да и места... Да? Уже не влазишь, бабушка? Скажи, внуки все заняли. О, давай назад тоже садись. Я хочу на коня. Туда. Коньков у нас полный воз. Потом поменяемся. Отче Алексей развел костер. Вот, дровишки тут несовместимо. Все, кто-нибудь в это, одевайте сети, одевайте и все. Кто там следующий, что вы надеваете? Я хочу одеть. Ну вот, садись, одевайся. Как вам катание? Да, пойдет, да? Понятно. Ну давайте, дерзайте. Так, тут у нас привал, пикник. Пить налить? Пить налить? Налить? Сейчас налью попить. Ну все. Малыш тоже палку ищет, чтобы колбасу пожарить. Дайте малышу палку пикник. Да, малыш? Слушай, там что-то...
Что говоришь? Машину включил. Включить машину? Да. А ты не побоишься? Да, боюсь. Не боишься? Ну ты вообще молодец. Сам залез, что-то тут пытается рулить. О, фазер наш поехал. Интересно.